Доброго здравия всем. Сегодня у нас замена экрана на 300-й Nokia. Включаем телефон. Видите, экран у нас треснут. Возможно, что и стекло не работает. Сейчас мы это проверим. Открываем телефон. Четыре одинаковых болта, вот которые я сейчас откручиваю. И снизу два самореза. Вот они. Постарайтесь их не перепутать. Снимаем заднюю панель. Плату. Защитный экран. Вытаскиваем сломанный экран. Ставим на место. Проверяем. Все ли у нас работает. Все в порядке. Выключаем телефон. Снимаем защитный пластик. Обращаю внимание. Сначала вставляем экран на свое место. Вставляем плату. Собираем телефон. Гнездо зарядки. Оно обычно всегда упадает на заднюю панель. Таким образом. Как видите, это было несложно, быстро. За 3 минуты мы собрали с вами телефон, поменяли экран на 300-й Nokia. Всем спасибо, доброго дня. Подписывайтесь на мой канал.